для закрепления инструментов перемещения, вращения, масштабирования, копирования и вычитания, инструмент вычитания про булеон, сделаем следующее. Создадим несколько боксов и начинаем вот таким образом изменять. Вращение берем, можно сразу привязку, только угловую, под 90 градусов зажатым шифтом, здесь просто копия, перемещение берем, так, теперь масштабирование, берем теперь зажатым шифтом перемещение, окей, здесь нам понадобится опять масштабирование, здесь еще раз масштабирование, выбираем теперь первый бокс, переходим на Compound Objects, Pro Boolean, Start Picking. То, что получилось, нам нужно файл Save As на любом из жестких дисков, создав папку проекта, желательно на латинице, кириллицу не использовать, то есть надо прописывать все пути, все папки на английском языке. И в папке проекты создать подпапку и назвать, ну, например, там, табуретка. Главное, ну, chair можно как-нибудь, но главное, чтобы можно по-русски писать, но английскими буквами. И в этой папке будут храниться текстуры используемые, настройки и сама модель. И саму модель нам тоже нужно как-нибудь латиницей назвать. И сохраняем. Желательно изначально делать все сразу, ну, примерно хотя бы по размеру. Ну, например, столешница там, ну, это толстая будет, ну, 100. В данном масштабе, исходя из табуретки нашего стула, это, ну, как бы нормальная столешница, но 100 это достаточно толстая столешница. В общем, ее нужно поднять нам до размера рабочей поверхности, то есть это 700. Ну и с данным масштабом это, ну, чуть-чуть не соотносится. Значит, 1500 я сделаю длину, ширину 75 сантиметров и 50 высота. Вот это нормальный масштаб. Соответственно, под масштаб сиденья сделаем 450 должно быть. И вот таким образом нам нужно уменьшить. Вот, тогда это будет, ну, примерно правильный масштаб. И нам нужно здесь автогрид включить. Можно план сначала. Здесь включаем автогрид. Берем бокс. Зажатым шифтом. Так. Добавляем выделение стандартно, это Ctrl, то есть раз выделено, зажимаем Ctrl, два выделено. Если нужно скинуть выделение, то Alt зажимаем, нажимаем по тому объекту, выделение которого хотим скинуть. Ну и с Ctrl, соответственно, обратное действие. Зажатым шифтом, ОК. И создаем группу. Раз, группа. И все, стол у нас сейчас получается отдельным объектом. Не геометрией, а именно объектом. Здесь мы можем сконвертировать в editable поле, взять точки и чуть повыше сделать. Зажимаем Shift.
И здесь как раз рассмотрим зеркало. По одной оси, по второй, по высоте, либо по двум осям. Например, здесь по иксу нам подходит, здесь копия и окей. Зажимаем Shift и вращаем с угловой привязкой, опускаем окей, перемещение. Здесь нам нужно по Y на этот раз. И теперь эту группу делаем общей. Это удаляем, ставим в центр, Ctrl-S. Стол и стулья готовы. Потом, когда мы создали коробку, вот здесь сразу единицу нажимаем, выбираем и здесь корни, чтобы не было вот так, иногда это происходит. Экструд, выдавливаем все то, что уже делали. Дальше CapStart, CapEnd. И теперь как добавлять в сцену наши модели. Первый вариант — это импорт, мерч. Выбираем из истории последний путь. И здесь будут доступные объекты. Можно выделением выбрать те, которые хотите добавить. Здесь выключить, включить какие нужно отображать категории. Можно All нажать вот здесь, чтобы весь список выбрался. И окей. В центр добавляется. И вот. А другой способ — найти этот файл, зажать левой кнопкой мыши, перетащить сюда. Либо если 3D Max свернут, то вот таким образом подождать. Доступные окна откроются. Так. Отпустить. Merge. И поставить сразу вот так.